Добрый день, дорогие друзья. Это наш любимый город, город-городец, город мастеров. И у нас город-городец получает от президента России грамоты за самый чистый город. Но я с этим, друзья, не соглашусь. И сегодня, сейчас я вам продемонстрирую, как город-городец весь завален мусором. И администрация, которая выделяет на культуру под 40 миллионов рублей в год, ничего для этого не делает, чтобы наш город был чище, чтобы молодежь не бросала бутылки. Итак, я начну с простого. Значит, я сейчас вам покажу помойку, которая находится буквально, наверное, метров 150. Потом проеду по набережной, вот в этой, и вы увидите кругом срач, бутылки, никакой культуры нет. Молодежь сегодня сидит в телефонах, пьет пиво, смотрит телевизор, все. Полностью зомбирована сегодня наша молодежь. И никакого просветления у нас с такой властью, с местной, не предвидится. 30 лет у руля сегодня находится Жиряков, мэр города Городца. Беспалов сегодня по каким-то причинам не может ничего сделать. Ну, человек не местный, ему что, отработал, уехал домой. Сидит в своем кабинете, народ не принимает. Итак, друзья, сейчас я вам внимательно продемонстрирую, какая помойка в городе Городце. Итак, друзья, от меня 150 метров находится город мастеров. Я приехал на своем велосипеде. Сегодня 8 часов вечера. Итак, набережная. Смотрите, сюда. И, значит, мы заходим в кусты. Хоп. Заходим в кусты. И что мы видим, друзья? А видим мы очень просто. Полный срач. Опа, блин, подожди сейчас. Тихонечко надо пролезть, иначе здесь пипец. И вот, опа. Вот, друзья, вот такая помойка. Вот такая помойка находится. Сейчас мы немножечко все продемонстрируем. Вот, смотрите, друзья. Это город-городец. Город-городец, где 150 метров от меня находится. 150 метров находится от меня город мастеров. Боюсь, только кругом склянки разбиться, но надо показать. Администрация, наверное, не знает, что здесь творится. Вот такая параша находится именно здесь. Сейчас, друзья, продемонстрирую. Вот так, смотрите. Это тонны мусора. Это экологическая катастрофа. Город, где получает грамоту от президента за самый чистый город. Друзья, мне просто больно смотреть, когда партия «Единая Россия», даже местная партия «Единая Россия», ничего не может сделать, блядь. Из-за 12 лет губернатора Шанцева, вот я был народным депутатом, обращался, сделать ничего нельзя. Друзья, это реально, это реальный факт, то, что происходит в нашей Нижегородской области, в городе Городце, на набережной. Я уже не говорю, что кругом. Сейчас пойдем, сейчас продемонстрирую, где шприцы валяются, бутылки, прямо на набережной. Вот мне многие говорят: а что ты позоришь-то свой город? Я говорю: я не позорю, друзья, свой город. Я просто не могу понять. Администрация у власти 30 лет. Одни и те же люди. Они все прекрасно знают, что происходит. Сейчас я вам продемонстрирую, немножко проеду, друзья, на велосипеде и покажу. Это город, городец Нижегородской области. Они все прекрасно знают. И мэр города Жиряков, и глава администрации Беспалов. Все прекрасно знают, что происходит в городе. Но, к сожалению, сделать ничего не могут. С чем это связано? Мне многие встречаются люди и говорят: Андрей, ну это же не администрация мусорит. Я согласен, друзья. Конечно, не администрация. Как администрация может тонны мусора на... Это все делалось годами. Годами. Культуру народа убили полностью. И сейчас план Далласа этого. Он сработан полностью даже в маленьких городах нашей глубинки.
полное уничтожение культуры русской, славянской. Ее просто нет. Сегодня у нас 14 августа 2018 года. За каждое слово я могу ответить. Любой гражданин, который сюда хочет приехать, посмотреть, не просто так, что скажет, вот там Гоголь что-то чешет, блядь, что-то лепит. Лишнего. За каждое слово свое готов ответить и показать. Я сейчас вам покажу набережную, вы увидите сами. Полный срач по набережной. Бутылки, смотрите. Бутылки, шприцы. Сейчас проеду еще 100 метров, и вы сами все увидите. Это не наиграно. Это реальный фильм, который никогда не покажут ни по федеральному каналу, ни по властным местным. Вот, смотрите, бутылки. Шприцы, смотрите, пакеты. И так по всему периметру. Перед выборами губернатора надо это сказать и показать. А то сейчас все приезжают депутаты Госдумы. Курдюмов приезжал, мне звонит какой-то человек и говорит: я помощник Курдюмова, вы не хотите приехать, мы ваши вопросы будем записывать. Я говорю: 12 лет помойки, что вы будете записывать? 12 лет вы у власти, депутаты Госдумы, Кавинов, Москвин, нового созыва, а эти люди. Что толку? Что толку от этих депутатов Госдумы? Они ничего не решают. Местный депутат — это вообще никто. Местный депутат, он вообще ничего не может решить. Просто она называется, что он спецсубъект, а по факту он ничего не решает. Вообще полностью. Друзья, это реальная ситуация. Вот. Я хочу жить в чистом городе. Хочу жить в хорошей культуре. Не только когда губернатор приезжает, дорожку там почистили. Сейчас приедет там губернатор, все улыбаются искусственно. Живого ничего нету. Живого ничего нету. Сейчас, друзья, вот немножко даже надо остановиться, показать вам, потому что я быстро еду. Сейчас мы подъедем еще 20 метров. Я вам продемонстрирую. Город мастеров покажу, чтобы вы не думали, что наговариваю что-то. Все зависит от людей. От людей, а людей уже все убили. И веру, и культуру. Вот, смотрите. Я вам показал тонну мусора. Сейчас я вам покажу просто. Вечером, что творится на набережной. Бутылки, склянки. Вот такая параша в городе Граце. И никакой глава администрации вам не поможет, друзья, пока мы сами этого не сделаем со своей страной то, что нам положено. И даже мэр Жиряков, который там сидит и получает государственную зарплату, даже своим примером не может показать, выйти, собрать ребят и убрать вот эту территорию, хотя получает немалые деньги. А нормальных ребят, которые что-то пытаются еще что-то в городе организовать, сделать прекрасный красивый праздник, они просто увольняются с работы. Как произошло со мной, заслуженный мастер спорта. Вот, посмотрите, вот он срач кругом. Вот этот натуральный срач. А вы говорите о выборах, кругом склянки. А вы сегодня говорите о выборах губернатора. Сейчас я вам... Вот, друзья, посмотрите. Бычки, срач, полная антисанитария по всему периметру. Пускай Глеб Сергеевич Никитин посмотрит, какой там у нас руководитель нашего района, какую культуру он молодежи там приобщает, прививает, как прививочка, знаете, как прививки от гриппа делают. И пусть просто покажет и расскажет не по бумагам, которые докладывают Глеб Сергеевич Никитин, а реально приехать, просто приехать, не сыграть какую-то игру там, галстук одеть. Вот он, город мастеров, друзья. Вот господин Жиряков и господин Спалов. Если я увижу когда-то вас у губернатора, посмотрю, как вы искусственно улыбаетесь, трясете гривой, то есть будьте мужчинами. Вы родились-то не в юбке сегодня, я думаю, что, а мужчинами родились в штанах. Поэтому, друзья, мне противно смотреть, когда город умирает. Вот он, город молодежь, город мастеров.
никаких спортивных праздников вы не проводите, друзья. Ну, в общем, полный срач. Друзья, просто с вами поделился мнением. С уважением к вам, почетный житель Городейского района, Гоголев Андрей. Всего доброго.